Спортивный дух. Сегодня прошел открытый городской турнир по вольной борьбе и хазаша-курес. Мероприятие приурочено ко Дню независимости нашей республики. Организовало его областное управление спорта и туризма. Участниками соревнований стали учащиеся 4-5 классов. Подробнее в следующем сюжете. Всего участие приняли 8 команд из Уральска и районных школ области. Ребята тщательно готовили, чтобы сегодня блеснуть во всей красе и показать свои борцовские навыки. Для многих из них эти соревнования уже не первые. В турнире по хазаша-курес и вольной борьбе всего примут участие около 200 юных борцов. Сейчас в последнее время уделяется много внимания самому нам, национальному виду, это хазаша-курес. Поэтому сейчас ребята, много ребят приходят к нам в хазаша-курес, и по вольной борьбе тоже приходят ребята в основном. Растет число таких желающих заняться хазаша-курес. Мы пропагандируем вот этот вид спорта. Поэтому работы сейчас много. Ребят очень много сейчас, которые хотят заниматься. Организаторы турнира отмечают, что сейчас молодежь с особым интересом и желанием приходит на секции по борьбе. Ребята стараются не пропускать тренировки, а к соревнованиям готовятся вдвое больше. Особенно сейчас популярен такой вид борьбы, как хазаша-курес. Я в семье первый борец. Мы занимаемся, сперва бегаем, потом тренируем ноги, руки, потом повторяем приемы и потом боремся. Я хочу стать чемпионом. Турнир будет продолжен завтра, тогда же и наградят победителей, которых ждут призы и дипломы. Бибигуль Таужанов, Даурен Дюсембиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.